Скоро на рынках появятся первые молдавские арбузы и дыни. Ягоды в этом году созрели раньше, утверждает один из фермеров севера страны, который уже начал собирать плоды. Мужчина поведал нам, что работал около 20 лет, чтобы сегодня насладиться результатами, а в этом году ожидает где-то 30 тонн урожая. Как арбузы, ты выставил с корчей, а эти корчей выставил с фиу скат скром. Шел мне интуиция, ты выставил попад, а это с фиу галбина нюансата. Так и мой дискис, я не пот. Даниил Бази из Новых Сенжерей выращивает арбузы и дыни на площади в 20 гектаров. Раньше работал за границей, а после того, как женился, решил проводить больше времени с семьей и детьми. По чуть-чуть начал с 2-3 гектаров и дошел почти до 20. Это большой труд, иногда хочется сдаться. В первую очередь нужно планировать, нужно знать, сколько растений приходится на гектар. Нужно знать, какие существуют болезни, когда какой сорт сажать. Нельзя, чтобы созрело все сразу, иначе обанкротишься. Фермер говорит, что в этом году арбузы созрели раньше обычного. В этом году раньше на 3-4-5 дней, но это конец июня, начало июля. Несколько дней назад мы начали бить тревогу, так как арбузы начали желтеть сверху. Слишком сильно палило солнце, а сейчас не так жарко, и мы немного успокоились. По подсчетам фермера, в этом году он соберет около 30 тонн урожая. Раньше он продавал на рынке, теперь же хочет сбывать продукцию оптом. Я все считаю в конце. Записываю в блокноте, сколько весит каждая машина, отмечаю, но вначале не подсчитываю. На первый взгляд должно выйти около 30 тонн. Это достаточно хорошо. Но может быть и лучше, где-то 50-60 тонн. У нас была изморозь, которая препятствовала и немного остановила рост арбузов. Было много воды, она образовала корочку, которая не позволяла ягодам дышать. Поэтому они начали созревать раньше времени. Сейчас килограмм арбуза стоит в среднем 15 леев, а дыня около 30.